De două ori pe an, locuitorii orașului Ribnița participă la o curățenie generală care este organizată din anul 2012. Почаще бы такие субботники, почаще. Включай это колектив и делаем город чище. Ну что еще сказать? Природа прекрасная и красиво, хорошо. Почаще бы, чтобы были такие субботники. Locuitorilor li se alătură angajații instituțiilor și întreprinderilor din oraș. Сегодня практически весь город вышел на уборку территории. Сегодня чистим все прилегающие к домам межквартальные, дворовые проезды. Чистим и убираем те территории, которые очень часто посещаются населением, но ни за кем не прикреплены на постоянной основе. По привычке выбрали один из самых загрязненных участков города, недалеко от набережной реки Днестр, в районе грибной базы. Это место очень популярно в городе летом, весеннее время. Но, к большому сожалению, не все жители, граждане наши соблюдают правила порядка и чистоты, поэтому, конечно, сегодня это место нуждается в уборке. Благодаря таким субботникам люди выходят и, как говорится, доходят руки до таких мест, которым сложно охватить коммунальным службам. Поэтому нам попался участок бывшего автовокзала и речного вокзала. Очень сложно, здесь много сухостоя, очень много бутылок, бумаг. Вот мы все это убираем и просто душа радуется, когда видим, что вот остается после нас все чистая территория. Acțiunea de salubrizare a orașului Ribnița este organizată de două ori pe an de către locuitorii și angajații întreprinderilor din localitate. Ruslan Șulcan, Marina Angel, de la Ribnița pentru Elita TV.